Всем привет, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на канале. Сегодня у нас будет распаковка бумажных сюрпризов. И сегодня у меня новиночка. Лекция «Игра в мафию». В своем телеграм-канале мы играли с подписчиками в мафию. Они выбирали пакетики. Я фиксировала за ними эти пакетики. И будем в дальнейшем смотреть, кто же они. Там разные персонажи есть. Как жители, так и другие персонажи. И будем смотреть, кто же у нас мафия. Также остался еще один пакетик, не зафиксирован. Поэтому можете перейти в мой телеграм-канал по ссылке в описании. Посмотреть, как мы играем в эту игру. И зафиксировать вот этот вот пакетик красный. Он остался один. И давайте с вами выберем пакетик. Давайте желтый, вот этот. Посмотрим, кто же там. Далее наша прошлая новинка — путешествие. Давайте с вами возьмем вот этот. Собери лук. Так, давайте возьмем юбочку. Блестящую такую. Угадай мультфильм по персонажу. Так, давайте возьмем с вами, наверное, вот это вот. Коллекция на 1000 подписчиков. Так. Ну, давайте возьмем вот этот. Майнкрафт. Так, берем вот этот. Коллекция «Дорого или дешево». Так, давайте возьмем какой-то красивый пакетик. Давайте сникерсом. С пересыпашкой такой. Собери пиццу. Уже забыла. Так, давайте возьмем с вами вот эту. Так, передаем, конечно же, сегодня приветики. Сегодня выберем аж 3 приветика. Раз, два, три. Так, первый приветик у нас — бумажная «Я и ты». Огромный тебе привет. Так, смотрим твой стикер. Так. Это вот такой вот котик. Ой. Вот такой вот. Далее приветик. Арвар Амиров. Тоже огромный тебе привет. И твой стикер. Это вот такой вот смайлик. Последний на сегодня приветик получает Милли. Это вот такое вот сердечко. Так. Вот так. Ну и переходим к нашей распаковочке. Так, коллекция Майнкрафт. Кто писал правильно, я прикреплю сюда комментарии. Это голубая овечка, или же овечка, или же редкая овечка. В общем, я узнала, что это просто голубая редкая овечка. Так, смотрим, что же сегодня. И вот такой вот персонаж нам попался. Пишите в комментариях, кто он. Так, под номером 5. Прям посерединке. Вот сюда вот. Я, кстати, передвинула свет. Наверное, так будет лучше.
Следующая коллекция у нас «Угадай мультфильм по персонажам». В прошлом видео нам попалась рыбка Немо, и это из мультфильма «В поисках Немо». Кто правильно писал, опять же, комментарий прикреплю к видео. Так, где наш пакетик? Вот он. Открываем. О, и это вот такой вот большой персонаж, мягенький, под номером 5, тоже на вторую страничку, вот сюда вот. Так. Также пишите в комментариях, из какого он мультфильма, кто это. Правильные ответы я прикреплю к видео. Вот так вот. Так, следующая наша коллекция идет дорого или дешево. Нам в прошлом видео наконец-таки уже попалась пара. Это вот такие вот блокнотики. Кожаные и обычные. Так, смотрим. Под номером 16, и тут уже можно догадаться, что это сердце. Так, номер 16, где у нас? Вот он, номер 16. И это вот такое вот зеркальце в виде сердечки, и тут написано «Барби». Вот, он дешево стоит. Честно, я уже забыла, что она будет попадаться, потому что коллекцию я делала давно, и эта коллекция очень большая, было аж 16 пакетиков, поэтому вообще забыла, что там внутри. Далее у нас коллекция «Собери пиццу». В прошлом видео мы собирали соленую пиццу, нам попадался лук. Так, смотрим. Когда же нам на сладкую попадется пицца. И это такие зефирки маршмеллоу. И наконец-таки нам попалась на вторую пиццу, на сладкую. Вот так вот распределим. Вот так вот. И коллекция «Собери лук». Лук. Так, вот такой вот пакетик, очень прикольный. О, тут намного... Нет, немного, две штучки, я лишь попался. Итак, под номером 5, как раз таки на первую страничку. И это... Вот такой вот комбинезончик нам попался. Такой темно-темно-зеленого цвета, как зеленка. Вспомнила. Так. Вот так вот. И наконец-таки у нас первый образ уже готов. Вот такой он. С такими ботиками. И нам попался шопер. Такой вот. Под номером 13. На вторую страничку. И идет это вот к этому лучку. Вот так вот. Следующая наша коллекция, прошлая наша новиночка,
это путешествие. В прошлом видео многие отгадали, куда же мы отправлялись в путешествие. Это Франция, Париж. Также правильный комментарий я прикреплю к видео. Давайте же узнаем скорее, куда мы сегодня с вами отправимся. Так, под номером 8, опять же на вторую страничку нам попалось. И вот туда мы с вами отправляемся сегодня. Также пишите в комментариях, вот такой вот флаг. Также пишите в комментариях, куда же мы сегодня отправились. Правильный комментарий я прикреплю обязательно. Вот сюда вот. Вот так вот. Так, следующая наша коллекция. Это коллекция на 1000 подписчиков. Мы почти заполнили уже вторую страничку. Очень странно, что нам не попадается на первую страничку вообще ничего. Надеюсь, тут попадется. Так. Ой, тут много всего так. Даже не знаю, с чего начать. Так, у нас тут написано «Спасибо, подписку за». Пишите, как правильно составить предложение. Ага, я сюда забыла прикрепить двухсторонний скотч, чтобы приклеить карты. Но я сейчас быстро это делаю за кадром. Вот так вот у меня быстро получилось за одну секунду. Так, это было под номером 2, вот сюда вот, это под номером 4 и это под номером 3. Спасибо за подписку. Наконец-таки на первую страничку. Так, приклеим с вами. У нас уже получается. Так, ну и переходим к нашей новиночке. Это мафия игра. Тут вот такие вот странички, еще вот такая вот пленочка. Тут потом идет вторая страничка тоже с пленочкой такой. И третья страничка. Три странички, 8 карточек. Все как обычно. И смотрим же, кто это. Тут я написала номер пакетика и имя, которое выбрал человек этот пакетик. Так, под номером 3 у нас как раз таки на прозрачную пленку идет. И это Фатима. Смотрим, кто же у нас будет Фатима. Так. И та-дам! Вот такая вот карточка. И она у нас житель. Просто мирный житель. Так. Вот так вот. У нас тут будут попадаться всего лишь 2 мирных жителя, то есть вот первый и второй попадется у кого-то, я не знаю у кого. Вот, ну а дальше будут попадаться уже по правилам игры разные персонажи, не только мафия, но еще и другие, помимо этого. Ну а на сегодня все, спасибо за просмотр, не забывайте подписываться, ставьте лайки. Также участвуйте в конкурсе. Видео я закреплю в описании. Всех люблю, обнимаю и всем пока.